Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной и, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, спрашивает у кого-то. Ведь теперь тебе ничего не страшно? Да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда.